Пятница в Беларуси ожидается облачной. Изредка будет выглядывать солнце. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Днем осадки не прогнозируются. Ветер западный до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Днем воздух прогреется до 12 тепла. Ночью от 2 до 8 градусов Цельсия. Первая неделя ноября выдалась на редкость теплой. В прошедшие сутки температура воздуха была почти на 6 градусов выше климатической нормы. Тенденция, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели. Тропический шторм Эта разыгрался в Центральной и Южной Америке. В Никарагуа и Гондурасе стихия вызвала оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 3 человека. Некоторые прибрежные города Никарагуа оказались обесточены. Ветер сорвал множество крыш и повалил деревья. В Гондурасе более 500 человек были вынуждены уехать на время шторма. Затем Эта обрушилась и на Колумбию. Из-за сильных дождей из берегов вышли 6 рек. От природного бедствия пострадали более 9 тысяч семей, повреждены тысячи домов. Местным жителям раздали предметы первой необходимости. Сведений о жертвах или раненых пока не поступало. Завтра в Бобруйске сохранится облачная погода. Утром возможен дождь. К вечеру небо прояснится. Ветер западный до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 10. Ночью похолодает на 2 градуса. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.